А, подожди-ка. Вар — это самая большая угроза фермеру. Вар охотится на слаймов для того, чтобы пожирать их и иметь возможность размножаться. Но также сожрет и куриц, заставит ближайший урожай сгнить на корню и даже слопает фермеров. Помни, разведение ларго может быть очень прибыльным занятием, но один беспризорный плорт, и у тебя эпидемия варов. А, ларго, я понял, ларго — это имеется в виду большие, все понятно. A few moments later. А так им вообще похер, тем более, что они всеядные, ну. Смотри, как хорошо. Котейки как будто. Да. Они же всеядные, и те, и эти. Пусть жрут все, ну, делов-то. Их больше будет в одном загоне, они будут нормально, более хорошо использовать мою еду. По-моему, он... Ой, там что-то страшное происходит. Блядь! Твою мать! Точь! А-а-а! Нет! Она росла бони такое, а? Куплено. Все понятно. В смысле? Ёбаный в рот! Как так-то? Пеняги. Эс-дед. Ебать его в рот! Я всю ферму проебал! Так начинаешь на автомат делать. А, все в порядке, все нормально. Блин, ты уже это легко. Что я, блядь, сейчас сделал? Какая долгая заставка. И игрушка под названием Slim Ranger. Короче говоря, довольно забавная и детская милая. Ну ты же English Master, Куплинов. Ну да как нет, так? Да нет, только японский учил. В смысле, он же все время там это, типа, я английский знаю хорошо и прочее. Ну, по-моему, это очень толстый сарказм. Очень толстый. Красивая игрушка. Ты будешь жить здесь, ты в рабстве, розовый слайм. Сюда скал подошел. Бегом. Вам пизда, пацаны. Лучше жить у меня. А что делать? Просто их собирать? Да, блядь, за рабовладельчество. Плорт маркер дает тебе ньюбаксы за потом и кровью заработанные плорты. Выстрели плортом в плорт маркет и получи деньги. Блять, это скороговорка, мать. Плорт маркетом в плорт, это, я тебе говорю, это скороговорка. Ньюбаксы за потом и кровью заработанные плорты. Выстрели плортом в плорт маркет и получи деньги. Раунд! Мне всех собрать нужно, пойдем соберем без проблем. Сюда быстро подошел. Так и придурки. Проросший кораллами океанское дно, что сегодня купается в лучах солнца. Че, не влазит больше? Серьезно? Кой сюда подошли быстро. Блин, не зря, смотри, прокачал восстановление этого, точнее, объем рюкзака. Объем рюкзака — это вообще первое, что нужно прокачивать, в принципе, практически всегда. Чем больше ты можешь набрать ресурсов, тем больше ты заработаешь денег. Чем больше ты заработаешь денег, тем, в принципе, ты можешь больше набрать ресурсов. А еще кур сожрали? Вы что делаете? Как бы да. Куры не едят. Вы что делаете, сволочи? Вы что, кур-то моих сожрали? Бляха! Никуда! Они кур моих спороли, суки! Вы что делаете, сволота? Вы ничего не оборзели, кругляшки? Как ты, блин, берешься? Да не трогай моих кур, упырь! Да откуда вы ведут берега? Они наглые! Да, вы да, да, да! Сосранцы! Вы обнаглели, что ли? Ну да, они друг на друга залазят. Как эти, как зомби в Война миров Z. О, господи. Кстати, ты ж игру взяла World War Z. Это ж игра по я этой вселенной. Спасибо, капитан Очевидность. Когда ты будешь стримить и орать? Сейчас. Кошка аж Вьетнам потеряла на секунду. Хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте. В ней есть предложка для реакций и в ней есть рассылки. Одна для бесплатных игр, другая для стримов. Я думаю, вы сами понимаете, для чего нужна каждая. Подписаться очень просто. Жмете кнопку и здесь то же самое. Все, вуаля, вам приходят оповещения о начале стрима. И вы их никогда не пропустите. Погнали смотреть видос. Жаль. Они приходят, короче, и воруют мои грядки с копты.
Так вообще-то не делается, это частная территория, ага. Тебе головой, сука, об землю тебя. Так, здесь тоже что-то опасно. Головой. Как он узнал, что именно головой? Он, блядь, весь голова. Набитай. О, ага, понятно. Понятно. Считаешь, что мистер курица эволюционировали от куриц от куркуриц, которые однажды забрались вглубь города и сверлили на запределе. Возможно, эти птицы испукали. Испукали. Искали просветление, которому. Давай пойдем дальше, чего бы нет. Так, куркура. Давай ты. Я спасу тебя от мучительной смерти и просто утоплю. Я спасу тебя от мучительной смерти и просто утоплю. Я спасу тебя. Бедная курочка. Можно еще, по идее, вот этих с собой таскать, но куда они мне нужны? Хотя как откуда они мне нужны? Это как минимум хорошо. Пойдем. А можно я им выстрелю? Чего по ценам? Все плохо. Как только я приношу кого-то, это что-то сразу резко дешевеет, и это отвратительно. Тиш, ты ж, бляш, ты ж, как же ж ты, сука, так делаешь, что ты скотина, бляха-муха. Что вы делаете, бляди? Что вы лыбитесь, сука? Ну как так-то, бляха? Ну, упыря, сука, кусок. Ты за что всех кур-то моих пожрал, упырь? Всех кур моих пожрали, сука. Всех кур. Твою же ж мать. Так, а, блядский ты пёс. Сука, ну кто тебя просил туда подходить? Ну я тебе поставил, бляха, успокаивалку с молота. Сколько он стоил тогда? 45. Неплохо. Отлично, денег до хрена. Я один раз поиграл в нее на рабочем ноуте, по-моему. Меня прям подзашло что-то так, но больше я туда не зашел. Плачь. Давай сейчас соберем с этих налоги. Налоги, блядь. Как налоги? Обидно, что водные ни с чем не смешались, да? Было прям неплохо. Может постримить как-нибудь? Что это такое? Друидский этот столбик. Это за пирамиды такие. О, а я сюда-то и не сходил. Подожди-ка, я заметил это место и не сходил. Может, тут еще один портал будет? Или наверх какие-нибудь? Да, портал. Че это? Нет! Да иди ты нахуй! Пиздец, это портал в одну сторону. Посрачник. Такая. Охуенно. Такой, Саша завуалировал слово «подъёб подсрачником», и потом такой «охуенно». Что-то уже на автомате не является ругательством, да? Так вот дальше. Я не знаю вообще, в чем сюжет игры, на самом деле. Так, где я, бляха, вообще нахожусь? Ага. А чё, ага, блядь, я не понимаю, где я. Хорошо. О. Как, в смысле, что? Блядь, нет, втягивай. Сука! Что он делает? Ебать его в рот, вот это сейчас лоханулся я. Бля, я же переключил на клубнику-то, алё. Фух, это было опасненько. Сейчас очень сильно было опасненько, нихуя себе. Но я все спас. Я молодец. Ох ты ж какой. Какой ты несуразный. Ты семилахи, эти слаймы. Ты слышишь, что ебанулся, что ли? Я пошутил. Не, ну я могу, конечно, долететь, но мне кажется, не пал. Да я долечу, наверное, но, бляха. Да давай долечу, чё? Давай. Конечно же я долечу, ёб твою мать, у меня... Пердолет, хер пойми, какого уровня. У меня открывается все, что можно, летает все куда угодно. Так, подожди, куркуры. Блять, ну-ка нах отсюда, бля, сказал тебе, сука, не вылазь. Ёб твою мать, нет! Не жри, падла, свеклу, сучара! Нет! Ты что делаешь, собака? Ты что делаешь, сука? Ты довольный рожей. Садовольный, смотри, сиди. Так, окей, ладно, сиди здесь. Да, это я реально разбогател. Сейчас прям просто красиво, замечательно. Ну а как ты хотел? Я к этому шел. Столько времени я шел к этому. Конечно, я разбогатею. Порт?
лорд. Я старался, я работал, а что-то ни один, ни другой были не Делал, я разводил, я бегал, паниковал, собирал, защищал, обрызгивал, бляха, а что только не делал, ну? Чё только, сука, не делал? Какой же молодец. Какие же планы. Лапенко всегда в тему. Какой я молодец. Какой я молодец. Блин, Антон Лапенко гений просто. Я на самом деле каменистую курицу выкинул. Мне она просто тупо занимает слот. Набрал бы 5 обычных курей. Мне ничего не мешает это сделать. Я начал говорить по лаборатории. Да, именно вот это вот, да. Про лабораторию. Знаешь, в чем прикол? Что-то мне подсказывает, что 5 золотых плортов нужны здесь неспроста. Они же нужны... Да что ж я сегодня, блядь. Ой, бляха, вы-то чего? Эти что-то... Потом просто... опять черный. Пиздец, эти что-то получ... Что-то все психуют, непонятно почему. Ну куда же все вылазите? Что с вами творится-то? Ну потому что геноцид идет. Я же вас кормлю. Хорош, пацаны, завязывайте нахуй. Оно не замечает. У вас еда тоже кончилась. Я, меня сейчас все разбегу... Сейчас все разбегутся просто тупо. Пиздец! Откуда? Что происходит-то? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это я действительно просто ночью прилетали золтаксиане и похитили мою бороду. Если ты не знаешь, что такие золтаксиане, значит, ты можешь продолжать спать спокойно. Если ты знаешь, кто это такие, то я бы на твоем месте спал бы повнимательнее. Так вот что с твоей бородой случилось. Золтаксиане ее похитили. Да. Именно, золтаксиане. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Ссылка на оригинал в описании. Надеюсь, тебе понравилось. В описании расписание стримов, ссылки на мои соцсети. До скорой встречи. Ты прекрасен.